говорят, бригада пачками увольняется, пачками. Пачками ходит по госпиталям, всякую хуйню находит себе. Эти пидорасы говорят, все мосты въебали, какие можно. Теперь переправа там через победи чё. И когда переправляются на тот берег, ждут, когда Симорс прилетит нахуй. Ой-ой. Но у нас же тоже есть хорошее оружие. Вот всегда же по телевизору показывают. И солнцепёк. И вот этот... Ну а почему? А почему знает? Те могут, а почему наши-то? Это когда... Жители в деревнях нельзя трогать. Так нельзя. Малыми группами гибнуть нахуй. Вот и все. Ну, правительству поебать вообще, сколько человек погибло. Похуй. Ну, да, Руслан, всем вообще фиолетово.